Всем золотого огня, друзья, с вами я, Азе, и сегодня мы с вами посмотрим очень крутую пародию, по мнению многих. Это пародия «Цвет настроения тени» от четкого пацы. Если честно, я даже не знаю, кто это такой. А, надо было все пародии заснять. Просто, знаете, лентяй я, вот просто лентяй. Меня еле только что сам себя заставил все это обустроить, все это сделать. Вместе с вами скоро будем делать новую студию. Специальную комнату я найду, я ее обустрою под студию. И прошу сразу же извинения за вот этот микрофон, который стоит около меня. А он стоит только потому, что я криво не могу. Ну так ладно, я думаю, давайте мы с вами начнем смотреть пародию «Цвет настроения синий», тетки паца Филипп Киркоров. Ну, поехали. Tonight we gonna set the streets on fire. All I need is a gas and a light. Это же чёрки паца. Честь его праздника! Мы с нашими выпускниками скинулись и вырешили подарить нашей любимой школе цей айпад. А вы чё, айпад? Куда в школе айпад? Тем более один. Ну тогда покупайте на всех учителей или на всех учеников. Это минимум лямов 100. Я просто вам говорю, минимум на всех есть покупать, это миллионов 100. Я бы никогда в школе не купил iPad. Я и сам не фанат, но у меня где-то там лежит, ну, нахрен он нужен, как говорится. Ладно, начало уже более-менее, даже не знаю, как назвать, более-менее хороший такой, престижный, можно сказать. Надо бы сделать такой же микро. А может, не надо. Ладно, давайте смотреть дальше. Одинадцять років пролетіло, як стріла. Всі ці школьні годи себе чемно. Во! Вот такие же детки у нас в школе ходят. Я вам подтверждаю. Им сколько? Вот. Ей лет 18-20, наверное, в этом ролике. Но у нас им лет 14-15 лет, они уже лучше этих выглядят. Как такое возможно, я не понимаю. О, смотрите на рожу пацана, а? Давайте приблизим монтажик. Смотреть на рожу пацана. Куда он засматривается, интересно. Ладно, продолжаем. Уже прикольно. Я была, як сіла вновь, скоро завершиться срок. Ага, парень возмущается, что его хотят фоткать или что. Я не понимаю пока что ничего. Вы что не понимаете, напишите в комменты. Хотя там никто не пишет. Я никому не нужен. Ладно, продолжаем. Побежали, ребятки. Иду против... пухлых, я сам такой, если честно, пытаюсь худеть. А, но причем здесь та девка. Тем более, которую ты сказала парня. Может, наоборот, надо было? Интересно, что было? Парня посадить на девку. Ай, вы не о том подумали. Я имею в виду на плечи посадить. Не... А, пошлые шуточки, друзья. Ладно. Сегодня мы будем сыни, и в первый раз мы нажремось, как свиньи. Опа-па! В России, в Украине, у шкалоты традиции едини. Дорогое шампанское, типа я такой брутальный, не пью такое фиговое шампанское дешевое. Так, что я еще видел? А, забыл. Что в Украине и в России едины, да. Но в Грузии это отличается. Я живу сейчас в селе, скоро сделаю обзор на свой дом. Ну как скоро. Если не будет лень, то выйдет завтра. Или просто завтра. Как получится? Смотрите, так вот. В Грузии сейчас был прозвенел последний звонок в селе. Все на Мерседесах школьники. Все ездят, все гоняют. Машины такие блатные, крутые, такие, ой, самое крутое, а нахрен они нужны тут?
Тут такие дороги, что на них не поедешь. И еще есть такой минус. Как бы вам объяснить? Фу, забыл. А, все бухие ездят. Я чуть в аварию уже не попал тут. Я боюсь здесь вводить. Это пипец полный. Ладно. Продолжаем смотреть наш прикольный видеоролик от Филиппа. Фу, от Филиппа Киркорова. От четкого паца. Цвет настроения черный. Мы тоже будем скучать за школой. Друзья, скажите мне, например, кто из вас или я не буду скучать по школе. А кто из вас будет скучать по школе, когда выйдут? Не, ну может и будем. Ну, вспоминать, я думаю, неплохим, либо неплохим таким. Щит, если меня смотрят учителя, это будет фиговенько. Не знаю, что я вам сказать. Наушник уже отваливается. Давайте продолжать смотреть. Ну, по школе я скучать не буду. Я и сейчас не скучаю. Я просто хочу в Троицк. Мне тут делать нечего. Я языка не знаю. Ладно, поехали дальше. Ага, да-да, скучаты. И дуже добрым словом вспоминаты. Так сталось класснухой цих придурків я була. Придурка, вот по-любому кто-то из учителей так говорит. Или думает. Но я думаю, наши учителя про нас так думают, потому что у нас класс безбашенный немножко на уроках. Продолжаем. Вот только посмотрите на лицо, а. Монтаж. Приближаем. Все, хватит смотреть, страшненькое. Давайте дальше. Я им кращі годы своей жизни видала. Вау, напарь. Умница. Так, сын спонсора. Сын спонсора, смотрите. Кто-то один потом подарил. Решет? Это что за? Что это за фигня? Напьются как свиньи. Вот я не спорю, многие напиваются после конца учебного года как свиньи. Ее в фонтан уложили! Пухляшка тоже ходит в фонтанчик. На шторы. Сколько там на шторы? В покер! Покер, свести столько денег на что? Нифига себе, учителя. Дайте мне столько, а? Я бы купил себе студию, построил. Нет, друзья, если я выделю какую-нибудь комнату, под студию сделаю ее. Угу. Я думаю, на первом этаже есть комната, а вот там и сделаю студию. Или сделаю там свою комнату. Кстати, надо подумать. Нет, ну там холодно, там двери нет. Тут дверь. Ладно, подумаем. Что-нибудь решим. О, буфер. Парни, для вас. Яйца! Яйца у быка, ну за хрена такое вставлять? Клип. Я угораю с этого клипа. Давай, Фитхук. Откуда у учителей Герик? У меня что-то валяется, я его забросил, у меня кольцо целого. Не знаю как. Ну зачем учителям? Ох, что еще будет? Глядь. А потом она разворачивается и говорит:
Вызывайте скорую. Он что, ее застрелил, что ли? Ихнюю классуху застрелили, не успели они школу закончить. Ладно, молчим. Молодежь. Вот тут как, кстати, фу. Не буду материться видео. Они уже убиты, куда им еще? Что они хотят? Не понимаю. Оу, немножко эротики. Послала пацана. Ну и не надо. Але відпочивати ще рано. Бо на вас, мої любі випускники, попереду ще чекає ЗНО. Так, ЗНО, это, по-моему, типа нашего ЕК, а попереду это впереди. Немножко разбираюсь в украинском. Ну, что ж делать? Буду знать много языков. Так, английский, русский, украинский, грузинский. Может быть, китай. Ну, не знаю, надо думать. Продолжаем. Угу. Кому грамоту, кому даже спасибо не сказали. Что ты удивляешься? Он же сын маминой подруги. Кого? Сын маминой подруги? Или он... Стойте. Я что-то не впарил. Он сын маминой подруги или этот... спонсор? Походу, сын маминой подруги. Ну ладно, вставили так вставили. Посмотреть вот, на лицо. Вот ладно. И вообще нафиг тебе эта грамота. Там на ее канале, если подписаться, куча бабла можно выиграть. Куча бабла? Это сколько колбасы можно купить? Это колбасный завод можно купить. Ну, маленький. Хорошая мама у Антона. И не кажи. Она только о колбасе думает. Ну ладно, друзья. Надеюсь, вам клип очень понравился. Вы оцените мое видео лайком, подпиской на канал. И комментарии, пожалуйста. Просто мне тут скучно. Так что видео будет выходить чаще. Всем всегда. Так, ладно. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Если хотите, я буду дальше продолжать снимать такой же контент на Чуткого Паца. У него еще куча клипов, которые я не смотрел. Так что надеюсь, вам понравится. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Всем пока.